свое время я считала, что гречка с яйцом и овощами – это студенческая и мужская еда. Вашему вниманию, простой рецепт гречки с цветной капустой по-женски в виде аппетитной запеканки. Попробуйте. Этот рецепт приготовления гречки с цветной капустой мне очень нравится. Одно дело – готовить гарниры отдельно к нему закуску. А если готовить все вместе, и время экономится, и блюдо красивое получаем. Вкусно и просто, рекомендую. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Гречку отварим как обычно, капусту делим на соцветия, отварим в подсоленном кипятке 7 минут, на дно формы выкладываем гречку, немного солим, затем, слой капусты. 2. Взбиваем до однородности яйца с молоком, специями и щепоткой соли, заливаем гречку с капустой сверху. 3. Выпекаем 20 минут под фольгой, а потом фольгу снимаем и запекаем еще 20 минут, готово. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Цветная капуста, 400 грамм, гречка, 200 грамм, яйца, 3 штуки, молоко, 200 миллилитров, специи, по вкусу, сода, 1 щепотка, количество порций, 4-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем добра, заходите еще.